Добро пожаловать, друзья, с вами Сневарима. Сегодня у нас очередная серия «Мир юрского периода». Я уже даже забыл название этой игры, давно не снимал. В общем, захотелось продолжить, конечно же, нашу кампанию. И мы построили с вами монорельс. Это строительство я сделал вне серии. Чуть-чуть раздумывая, смотрел, знакомлюсь с этим делом. В этой серии мы с вами постараемся сделать две главных вещи. Достроить монорельсы, конечно же, и, наконец-то, вывести Тирекса. Да, Тиранорекс, который жесткий, очень-очень жесткий чувак. Поэтому Тирексов мы с вами будем выводить максимально. То есть, пытаться в этой серии при 100% его генетики. А где он, кстати? А, здесь уже все, получается. А, возможно, он уже в 100%. Давайте пока что отправим своих. А, вот еще есть Тиранозавр Рекс. Вот здесь вот мы можем еще добыть. Есть какая-то вероятная, да, удача, то, что мы найдем его генетику. Ну что ж, усаживаемся поудобнее, всем вам приятного просмотра. Ну, пока что мы там изучаем тирексов и прочее, мы с вами будем настраивать монорельсы. Так, дороги, так, инфраструктура, гости. По всей видимости, вот эту вот штуку мы можем сделать. Угу. Отсюда начнем выводить. Не знаю, получится, не получится, теоретически, ну, должно получиться. По горам. Так, у нас трайк 100% есть, радует. Это очень радует. Так, монорельсы мы как-то хотим. Я хотел как-то его присоединить сюда. А, не получится, да? То есть вот так вот, вот отсюда его никак не построишь. Ой-ой-ой, это очень плохо. Ну ладно, мы с вами тогда здесь построим станцию. Вот так вот как-то ее построим. Да, ну нам надо снести сначала вот это дело. Или вообще станция здесь не строится. Гости, монорельсы, пробел, выровнять. Не, не получится здесь станцию строить. Это очень печально. Я хотел здесь вот прямо им построить, чтобы гости, не отходя от кассы, к нам приходили. Но, к сожалению, это не суждено. Вторая станция. Так, у нас одна станция здесь, 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 получается. Вот можем здесь что поставить. Да, вы действительно знаете, как устраивать шоу. Настоящая звездная мощь. Это радует, это радует. Так, ну давайте одну станцию еще сюда поставим. Вот так вот. Здесь еще одна будет станция. Отсюда. То есть монорельс он получается один, да? Я понял. Остановить игру мы, к сожалению, не можем. Я знаю, что путь у нас не работает. Не переживайте. Сейчас все будет. Сейчас все будет чики-поки. Слишком резкий изгиб. Ладно. Счастье у нас уменьшилось. Наших гостей драгоценных. Конечно же драгоценные. За счет нас... За счет них, вернее, за счет, да, мы получаем дополнительный доход. Это факт. Да и вообще мы живем. Наш парк живет за счет их посещения, за счет их билетов и прочее. Так, здесь мы поставим вот так вот. Прекрасно. И запитаем энергией нашу новую станцию. Нет электричества. Теперь есть. Ну, по идее, должно. Наконец-то, наконец-то. Так, для гостей магазин подарков, фастфуд мы уже строили в прошлых сериях, зал игровых автоматов. Для гостей у нас будет зал игровых автоматов вот в этой местности. И дальше магазин одежды, боулинг. Ну, давайте магазин одежды еще построим. Это тоже дополнительный доход. Ну и, конечно же, больше веселья нашим посетителям. Ну что ж, давайте вспомним наших главных героев. Это, собственно говоря, динозавры. Так, наша кормушка пополнена. А где наши динозавры? Ну-ка посмотрим. Вот они ходят. Это Жора. А там, я так понимаю, Костян. Не знаю, как они себя поведут, когда мы выведем наконец-то Тирекса. Тирекс у нас... О, мы можем еще и третьего динозавра вывести. Здорово. Раптор. Жесткий, резкий, как удар серпом по яйцам. Ух, красавец. Надо его назвать. Так, как его назвать-то? Там у нас Костя. Димон мы его назовем, ребята. Димон. Какой ты прям жесткий, резкий. Ух ты, посмотри, а. Так, надо будет потом его комфорт и, конечно же, здоровье. За этим нужно обязательно следить. Ну что ж, тиранозавр у нас Рекс 97%. Я так понимаю, у нас уже экспедиция закончилась. Мы можем продать. К сожалению, тиранозавр к нам
не нашли их останки, тираннозавров. Поэтому будем дальше стараться пытаться искать. И стопроцентно. Пока что мы изучаем все это дело. Давайте посмотрим, что тут у нас с доходом. Доход открывается здесь. 204 тысячи в минуту у нас доход. Это очень хороший показатель. И вроде бы монорельсы у нас работают. Правда, я не вижу, собственно, сам состав. Так, мы, пожалуй, наверное, вот это дело удалим. Оно нам не нужно больше. Монорельсы очень хороши в плане то, что они доставляют гостей в нужное место и тому подобное. Так, и по поводу инфраструктуры. Получить новый геном, также не допустить отключения электроэнергии. Одна минута осталась, больше одной минуты. И вывести динозавра вида метриакантозавр. Хорошее задание. Как его вывести? Как его вывести? Вообще-то нам надо еще центр инновации построить. Но нам требуется исследование. Посмотрим, что мы можем исследовать. Центр инновации. Это у нас получается в разделе здания? Нет, не в разделе здания. Улучшение здания. Так. Экономическое содержание. Экономичное содержание, вернее. А какие нам здесь улучшения нужны? Господа, как вы думаете? Так. Гиперэффективные гемоциты. Получается здесь. Так, дальше. Лекарство. Давайте сначала лекарство изучим. Ты какой красавчик, а? Давайте его Римусом назовем. Похоже, вы правда никогда не сдаетесь. Конечно. Нам нужно больше таких, как вы. Не допустите отключения электроэнергии. Наконец мы выполнили это задание. Теперь вот посмотрим. Награда за все сделанное на Исла Таканью. Карты, исследования, контракты. Посмотрим, какой мы контракт можем выполнить. Так, здесь нам нужно изучить новые ДНК в центре комбинированности и получить как максимум 50% генома нового динозавра. Любого. Упси динозавра, это мы уже смотрели. Так, и мы можем запросить третий контракт. Это контракт вооружения, ну, безопасности. Когда все идет наперекосяк. Удержите рейтинг. Угадали. Этот контракт поможет нам всегда быть наготове. А рейтинг здания на уровне не менее 3 звезд в течение 3 минут. Изи. Изи-бризи. Так, рейтинг здания. Сейчас посмотрите, какой у нас здесь есть... в смысле рейтинг здания? Это получается вот здесь вот, да? Плохое разнообразие. Динозавров 15. Отличное благосостояние. Так, отличная безопасность. Нормальная репутация. Пропускная, вернее, способность. Нормальная удовлетворенность. Исследование завершено. Во! Во! Тирексы появились, господа. Это мы продаем, мы уже изучали все это дело. Здесь тоже за 40 тысяч продаем. Еще раз отправляем свою экспедицию на исследование новых геномов. Так, я что-то не понял. А вот это вот, получается, к нам приезжают. Сюда. Где сам поезд? Да, я имею в виду. А вот он едет, смотрите. Смотрите, как он классно едет. Ага, прикольно, даже там объявление показывает. Слушайте, ну вот это вот Кобра, это движок игры Кобра, это движок игры был построен, ну, сделана игра Elite Dangerous, ну, те же разработчики сделали эту игру. Если они сделают такие планеты, вот с такой графикой, это просто будет, это просто обалденно будет, ребята. Я даже не знаю, что и сказать. Так, нам надо команду вывести. Добавить им задачу, чтобы они пополнили кормушки. Кормушки нужно пополнять. 80 тысяч. Отлично, идите пополняйте кормушки. Так, и здесь тоже нужно пополнить кормушки. Отправляюсь к кормушке. Все ясно. Три задания автоматически. И да, я построил вне серии еще центр. А ОСА я построил в серии, насколько я помню. А вот другой центр, это у нас станция рейнджеров. Мы построили уже вне серии, дорогие друзья, и нужно их улучшить. Так, скорость перезарядки. Улучшение. Точность. Улучшение. Дальше идем. Планирование. Да, вот так вот сделаем сразу. Несколько планирования и прочее. Я надеюсь, нам хватит электроэнергии. И построил еще станцию электростанция средняя получается.
Мы ее можем поставить защиту от отключения. Так, выработка энергии. Плюс 2.0. И экономическое содержание. Вот так вот. Прекрасно. Отлично. Так, геномы у нас появились новые. Не туда. Вот туда. Так, Тирекс, 98%, ребята. О, по всей видимости, все. Мы его улучшили. Сейчас быстренько 25 секунд пройдет. Мы его... У нас мертвый динозавр. Да ладно. Где? У нас один динозавр умер, ребята. Станция рейнджеров. Подождите, кого надо вызвать? Вот этих вот чуваков на. Служба перевозки. Необходимо забрать актив. Заберите. Боже мой. У нас тут динозавр прям умер перед едой. Это кто у нас? Получается. Дракорекс. Нам надо произвести еще одну. Вернее, вывести Дракорекс. Это же не производство, правильно? Дракорекс еще одну вывести. За 150 тысяч. Так, и так, я так понимаю, у нас разновидность. Практически не... Хуянозавр, ребята, давайте его вывестим. Выведем пока что. Временно. Посмотрим, как он будет себя вести. Это очень классно же. Хуянозавр, дорогие друзья. Хуянозавр, или как-то там правильно назвать. Я его называю по-своему. Вы уж простите, если что-то не то высказал в этом видео. Итак, продать. Мы можем продать. А, мы можем даже, смотрите. Цены увеличивать. Либо уменьшать. То есть эти магазины тоже нам дают цены. Гостей, правда, нет здесь. Что-то... А вот, смотрите, один гость зашел. Сейчас посмотрим. В боулинге как вообще? Час боулинга. Управление сотрудниками. Увеличить мы можем сотрудников, да? Ну, давайте вот так вот центр сделаем. Или это управление сотрудниками? Это что, зарплата что ли, или что? Режим отображения информации. Еда, нет, напитки. Что это такое? Напитки, еда. Можем выпустить динозавра. Выпускаем Даркорекса. Свежего. Привет, дружок. Добро пожаловать в новый мир. Да-да-да, ты здесь будешь жить. Я надеюсь, у тебя будет все хорошо. Чипуль, чипуль, чипуль. После всех обновлений у нас FPS вообще увеличился. У меня сейчас показывает 120 FPS, ребята, при максимальном уровне. Хотел сказать сложности. Графическом уровне. Так, комфорт. 98%, 99%. Превосходно. Кого там увидел? Ладно, нам сейчас самое главное тирексов найти, дорогие друзья. Тиранозавров. Все, это 100% геном, поэтому мы можем продать. Отправляем свою экспедицию в другое место, куда-нибудь там. Цератозавры, чтобы он там, не знаю, кого-то ловил. Самое главное, чтобы не забывать про них. Ну что, выводим тирексов. Сейчас мы продадим все эти геномы. Хорошечно. Прям отлично. Так. Я прям в предвкушении, дорогие друзья. Тиранозавр. Это просто гребаная жизнь. Давайте сначала геномы его изменим каким, да? Поменяем. Горный типовой ген. Живучесть уменьшается, зато рейтинг повышается. 234, а здесь у нас 273. Отлично. Так, дальше стойкость. А, здоровье. Пищево, здоровье, вернее, пищеварение. Стойкость, рейтинг. Здесь у нас интуитивное обучение. Регенерация. 286. Или иммунитет. Стойкость увеличивается, продолжительность жизни 81 год получается, да, 81 лет. Отлично, использовать этот геном. Идем дальше. Защита, защита, прочность шкуры. Защита 34. Здесь вообще агрессивные инстинкты. Ну, давайте сделаем из него агрессивные инстинкты, наверное, да? 320, ребята, рейтинг. Вон. Чем больше агрессивности, тем привлекательнее он становится. Однако я не только на это дело обращаю внимание. Так, атака, прочность зубов. Скорость реакции. Интуитивное обучение. И агрессивные инстинкты. 347. Ну давайте агрессивно сделаем. Не знаю, как рапторы на него посмотрят. Но это будет весело. Прочность зубов. Атака. Скорость реакции.
продолжительность жизни, рейтинг. Слушай, вот этот вот рейтинг будет вообще обалденно. Живучесть 54%. Скорее всего, мы не сможем вывести своевременно все это дело. Старение мозга. Мозга, вернее, да. Агрессивные инстинкты. Короче, у нас супер-пупер агрессивный чувак. Продолжительность жизни 92 года. Скорость реакции. Иммунитет. Иммунитет. Ну давай посмотрим. Так, здесь атака. Прочность зубов. Агрессивные инстинкты. Короче, живучесть 23%. То есть это, возможно, даже не с первого раза мы сможем его вывести. Обалдеть! 5 миллионов стоимость вывести этого тиранозавра, ребята. То есть мы его модифицировали так, что это нереально его сделать. Давайте лучше пока что будем копить деньги. Будем, ребята, копить деньги. Здесь диплодок. Обалденно. Диплодок. Извлечь, конечно же. Так, гена здесь мы с вами тоже изучим. Новую и отправим еще раз. А где этот диплодок? Вот он. Иди. Идите, ребята. Идите, работайте. Самое главное, идите и работайте. Так, нам бы еще провести исследование. Знаете в чем? Блин, в этой серии, походу, мы с вами не сделаем то, что я задумал в начале этой серии. Так, монорельсы мы с вами изучили. Смотрите, здесь вроде показывают, что... А, нет, улучшение зданий мы можем улучшить, да? Ну ладно, пока что улучшаются. Подождем, будем копить деньги. Нам надо вывести какого-нибудь... Ну, простого там, я не знаю. Дилозавров, наверное, дило выведем сначала. Один здесь. Два дила. Я не знаю, как они будут вести себя среди рапторов. Ну, посмотреть на это будет весело. Отлично, отлично, отлично. Пополняем кормушки. Где они там ходят? Три раптора. Два дила. Дила, скорее всего, будут кипишевать, потому что их меньше, чем раптор. Но я посмотрю на них всех, когда появится тиранозавр, ребята. Так, обзор, обзор, обзор. Кстати, обзор у нас не такой уж хорошечный. Доступно новое здание. Большая подстанция, ребята, у нас доступна. Это радует. Это прям хорошечно. Хорошечно. Как тут у нас происходит все? То есть они видят, в принципе, все хорошо. Тиранозавр здесь, это здесь. Я, пожалуй, наверное, пока увеличу ограждение. Но как-то так. У нас исследование завершено. Почему я... А, вот я могу сделать. Так, сносим. Хорошо, увеличили мы им, как говорится, расстояние. Там машина наша едет. Нам надо сделать со всех сторон ворота. Здесь ворота. Здесь ворота. И вот здесь вот ворота. Превосходно. Ну и здесь можем еще поставить. Что-то не можем поставить. А, хотя там у нас есть поблизости ворота. И вот здесь еще одни ворота поставим. Так, для чего я это делаю? Нам надо поставить эту вышку. Как ее называется? Подожди. Загоны. Вот она, вышка. Смотровая башня. Надо ее сделать так, чтобы люди смогли видеть это дело. Сложновато. В
Будет сделать сложновато. Ну, вот так вот, наверное. Конечно же, придется перестроить загон. Хорош. Да, снести здание. Тем более у нас здесь рядом монорельс. Монорельсы. Так вот как теперь провести дорогу? Я не был уверен, что все получится, но вы доказали, что я ошибался. Отлично, мы еще один контракт выполнили. Но как-то, дорогие друзья, получается у нас так. Подключили, не подключили? А, здесь дорога почему-то не проложилась у нас. Да ладно, вы что, издеваетесь, что ли? Присутствуют, говорит, помехи. Ну тогда вот так вот обойдем. Хорош. Итак. Инфраструктуру мы с вами построили. Вот эту штуку тоже надо построить, чтобы погодные условия хорошие были у нас. Все-таки надо большую штуку вот эту поставить и не париться. Так, а эту снести. Тихо. Не переживайте, сейчас мы все построим, все сделаем. Восстановим электроэнергию. Подстанцию мы с вами построили, это очень хорошо. Кстати, в плане... Блин, вот эти вот подстанции, они очень хороши. Вот сделаю бы как в City Skylines, тоже так, типа подстанции. Там, мне кажется, казалось, было бы намного удобнее этим заниматься. Так, что у нас там с деньгами? 206 тысяч в минуту. Короче, сколько минут нужно провести, чтобы 5 миллионов накопить? А вообще, в хорошем случае надо 10 миллионов накопить, потому что с первого раза мы динозавров вывести не сможем. Так, выводим одного динозавра, выводим второго динозавра. Здорово, Дило. Ты жесткий, резкий, как удар серпом по яйцам. Ух, слушайте... Красавчик, Вася. А то интересно, плюешься или нет? Надо бы понаблюдать за ними. А, комфорт у них повышается, общительность. Не такое уж хорошее, они увидели. Он раптора увидел. Сейчас они будут драться. О, плюнул, плюнул. Ой-ой-ой-ой. Второй выходит. Сейчас, походу, будет битва, и они его убьют. Восполняют здоровье. Так, мало здоровья у этого чувака. Дело у нас, по всей видимости. Так, а где второй? Второй уже цепанулся с другим. Мало здоровья. Слушай, мне кажется, надо их делать в отдельный закон. Отправлять. Сейчас они его убьют, поэтому выведем еще двух. Особей. Пусть дерутся. Добавить задачу. Принято. Убили. Убили его. Или он уснул? Он сейчас его съест. А его убили. Да, ребята, зря я это сделал. Я забыл, что они вообще не ладят. Они его сожрали просто. Ну что, придется делать их в отдельный загон. Рапторы все-таки тащат. Что я мог сказать? Это было жестко. Рапторы, но вы жесткие прям. Ничего, я вам тирексов поставлю. Блин, такой доход хотел сделать все. Но, к сожалению, не получилось. Так, надо будет потом загоны переделать кое-какие. Так, помехи.
Ну давай, сваливай, ну. Отлично. Я хочу тогда для них сделать отдельный загон. Вот такой вот загон, пока что временный. Временный, ребята. Так. Присутствуют помехи. Какие помехи? Ты что, издеваешься, что ли? Ну, вот так вот. Сейчас посмотрим. Так, нам надо еще один вертолет отправить. Собираюсь забрать актив. Забирайте, вот он уже завоняет. А мы этих дило будем здесь оставлять, собирать. Я, правда, не знаю, как это будет выглядеть. Походу, маленький, да? У нас территория маленькая. Ну-ка, вот так вот сделаем. Да, и для них нужна еще вода. Я надеюсь... Этих я это не ущемил в территории, потому что у них могут быть переживания. То, что так, лес, пастбище очень хорошо, общительность не такая уж хорошая. Нет, нормально, пастбище вполне отлично. Теперь нужно воду сделать. Вот здесь вот воду сделаем вот так вот. Такая речка небольшая. Чтобы они здесь воду пили, плескались и все такое. Актив перевозят. Актив забирают. Ну и сейчас мы будем их выпускать. Все. Открываем эти ворота. Да, и нам надо воду найти. А, этот. Еду, пищу. Один здесь. Второй здесь. Ну все вроде. Иди, беги, Дило. Тот его увидел. А здесь я еще пару рапторов сделаю, походу. А он прям голодный, прям сразу на хавчик побежал. Не, походу, ребят, в этой серии мы с вами не сможем сделать тираннозавров, потому что, ну реально, у нас денег... Денег не хватает, правда. Доход у нас уже был 204, стало 236. 34 в месяц. Это довольно хорошо. Нам надо выполнить еще какой-то контракт, чтобы увеличить уважение наших ребят. Ребятюли. Что нам будет приносить дополнительный... этот... Тоже доход, да, можно сказать даже. И возможности. Блин, почему я здесь не могу построить, а? Слушайте, ну... Ну это беда какая-то. Это какая-то беда, господа. Нам надо обязательно ворота здесь ставить. Я же хочу пару рапторов сделать. О, монорельс пропал. Вот так вот все. Здесь мы с вами ворота откроем. И вот здесь откроем ворота. Будем выводить еще двух рапторов. По ходу дела. Так, из плотоядных... Слушайте, давайте цератозавра выведем. Посмотрим его геном. Может быть, какие-то еще у нас вещи появились интересные. Стойкость. В принципе, у нас все нормально с геномом. Вот здесь вот генома нет. Агрессивные инстинкты здесь ставим. Старение мозга 132. Цератозавра надо ставить. Я забыл вообще про него. Вот здесь тоже агрессивные инстинкты ставим. Хорош. Вот мы его можем позволить пока что вывести за миллион почти. Вот цератозавров мы отправим к рапторам. А здесь рядом будет рапторы у нас. Надо их тоже посмотреть. Велоцираптор, вернее. Так, геном. Типовый геном бесплодных земель. Горный, либо бесплодных земель. Ну, давайте используем вот этот ген.
иммунитет. Нет, вот это трогать не будем. Атаку тоже не будем. Агрессивные инстинкты. Вот это мы не делали еще. Давайте еще агрессивные инстинкты сделаем. 48 живучность получается. Вывести 813. Это просто гребаная жесть. Это просто обалдеть. Мы потратили все практически свои сбережения. Однако все это дело ради общего блага нашего парка. Я в курсе, что мы можем... Есть новый контракт. Я хочу, чтобы вы над ним подумали. На место раскопка? О, да, я же про экспедицию забыл. Каждое новое открытие углубляет наши знания. Это важная работа, соглашаетесь? Конечно, конечно, как раз. Вот знал бы я бы вообще исследованием не занимался бы. Так, я в курсе то, что у нас вроде бы новый остров, да, какой-то появился? А, нет, еще пока возможности нет нового острова. Или есть? Мы здесь. Исла Муэрта. Мы здесь были. Нет, пока еще на Бухос островов нет. Но это хорошо. Это говорит о том, что играть еще очень много времени осталось нам. Я обожаю эту игру. Она обалденная просто. Она очень красивая. И здесь не надо торопиться. Здесь не надо как-то пытаться. Ай-ай-ай, как можно быстрее это вывести нормальных динозавров. Вот мы этим занимались в начале сериях. И, как вы могли заметить, была жесть просто. Мы не понимали основную механику игры. Там комфортность, пастбище, воды не хватало. Либо там того или того вида было слишком много, либо мало. И они начинали либо бурагезить и ломать забор, либо наоборот. Поэтому травоядных тоже нельзя забывать о них. Нужно тоже кого-то вывести. Кстати, диплодога можем вывести. Вспышка болезни у нас. Так. Вот так вот. С ростом репутации в отделе развлечений вам больше доверяют. Все. Включай меня. Ой, у нас отдел развлечения прям обалденно. Включай, говорит, я. Конечно, куда же ты денешься, не доверяешь, ёпты. Денег не будет, если доверять не будешь. Кстати, как вы думаете сделать еще один монорельс где-то вот в этой... территории, на этой территории, либо как-то расширить дорогу. Давайте широкую дорогу вот так вот сделаем. Заменить. В общем, я бы и сам лучше не справился. Спасибо. Хорош. А вот здесь дорога почему-то не происходит. Нормально? Ну да ладно. И так нормально. В парке нет чё? Источников чего там? Чё там было написано? А, мы уже выполнили это задание. Прекрасно. Так, ну чё? Вы готовы? Циротозавр. Ждем, ребята. Давно я циротозавра. Я так по нему соскучился. Сейчас посмотрим, как они будут дружить с рапторами. То рапторы убили наших дилов. Кстати, как там наше дило? Общительность. Ну, так себе, нормально. А где второе дило? Вот он ходит. Вот он, второе дило, красавчик. Нам надо им еще одного дила вывести. Так, выводим циротозавра. Ай, наш есть добрый. Есть вещи, которые мы не можем контролировать. Надо принять то, что некоторые динозавры просто хотят охотиться. Ну, это понятно. Поэтому козленков мы их будем отправлять. Сейчас посмотрим, как они будут. Ух, какой ж ты жесткий, а? Жесткач. Давай. Беги, иди кушать. Как бы его покрасить, а? Так, сейчас понаблюдать бы, как там... Как они будут общаться с раптором, а? Он, вернее. Вот он, вот, раптор пришел. Так, 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 пошла движуха. Ух. Тихо, тихо. Я хотел скриншот сделать. Ай-тя-тя-тя-тя-тя, хвост поджал, ептать, и свалил. Правильно сделал, правильно сделал. Теперь надо посмотреть за его статистикой, как у него. У него общительность упала. Нам надо еще одного раптора вывести. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, вот он. Так, хорошо. Назвать мы их будем, наверное, уже в следующей серии. Напишите в комментариях, как назвать цератозавра и раптора, которого мы вывели недавно. Кстати, у меня здесь косяк небольшой, я его только заметил. Косячник, Римас. Не умеешь играть. Косячник. Велоцираптор. Работай давай. Отлично. Так, вывести еще одного дила за 475 тысяч, ребята. Так, закрываем эти ворота. Не, вот эти вот ворота оставляем, наверное, открыты.
Закрываем эти ворота, открываем. Смотрите, у него окрас другой, да? Как они общаются? Общительность, кстати, у них. У него другой окрас. Посмотрите, горный какой-то. Он с другого теста. Ага! Они толпой, 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 толпой. Ребят, сейчас побегут, походу, на цератозавра. Или нет? Они же охотятся толпой. Нет, 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 нет. У них в планах этого нет. Слушайте, вот этот вот горный чувак, он меня беспокоит. Что у него там? Репутация хорошая, общительность и прочее. Кстати, у каждого динозавра показывается, сколько он дино убил, сколько козлов убил. Ограждение прорвано, либо людей убито. Прикольно, да? Ну, надо его назвать только в следующей серии. Я подожду ваши комментарии. Посмотрим на это дело. Так, у цератозавра общительность довольно хорошая, но он уверен в себе. Он жесткий. Посмотрите, какой полосатый, да, получается. Тигровый. Окрас у него очень красивый. Очень красивый. Ну, подожди, цератозавр. Походу, тебя убьет Рекс. Тирекс, ребята, тиранорекс. Надо будет посмотреть потом, как оно будет работать. Ну что ж, господа, это была очередная серия «Мир юрского периода». С вами был Рибас, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи, до скорых встреч. Играйте в хорошие игры. Пока.